Ну вот, мужики, очередная полуось. Ну, блин, я уже профессионал стал. Ни малейшего биения, ничего. Блин, а как оно мне надоело все это. Ну, а что поделать? Пока пусть есть здесь, живет. Как найду другой мост. Будет пока-пока этому всему. Я думаю, больше не будет оно ломаться, как бы. Хотя бы будет более надежнее. Ремонт в боевых условиях. Цыть, редуктора нету. Короче, вчера я тут работаю. Культивирую между капустами. Еду. Цинк. Такое ощущение, как будто полуось свернула. Хотя на днях я полуось свернул. Вот она. Сейчас. Я ее заварил. Но это дня два назад было. Думаю, блин, неужели опять полуось свернула? А не тут-то было. Оказывается, я редуктор навернул, блин. Блин, не видно. Вот эти зубы на сателлитах. Короче, ее сожрало. Но почему-то с таким хрустом, как будто полуось лопнула. Я, короче, вчера ее до 8 вечера прям на поле разобрал. Здесь же ее оставил. А все равно никуда не денется. Без колес катить ее очень трудно. И вот, в общем, сейчас начну собирать уже. Вот такие вот дела, мужики. Пора его менять, блин. На более мощный. Либо Волга, либо УАЗик. Что-нибудь одно. Буду искать уже. Смотреть. Собираемся на гору. Вот там поднялись. Семёныч, кран-то не открыл. Хорошо уже на гору забрался, да? Бензин кончился. Кран забыл закрыть, открыть. Ё-моё. Так вот мой узелок. Как он работает. Тягу сюда ставить, растяжку. В любом случае нагрузка идет. Либо туда колесо наперед сделать. Дополнительное, да? Да, нагрузка большая, ребят. Не выдержал. Разломала его. Твою мать, а. Всем привет. Вот и снял опять полуось. Задняя левая целая. Задняя правая винтом. Передняя правая винтом и сожрала. И левая передняя винтом. Так что нарезка шлицов, это все говно. Нарезка это только для покатушек. Сегодня я чисто только вон этим ковшом просто камни перед это толкал, все, даже не нагружал ковш. Щелк и все, передок вот сожрало. Все, он стоит, это, то есть эта бы еще крутилась, одна такое слезала, все, вторая не крутится, задний мост только. Короче, вот так
буду теперь сейчас искать полуося москвичевские и уже москвичевских делать. У меня на три полуоси шлицы есть, то есть можно сделать. Потом на ту тогда. Короче, как-то так. О, как красиво скручивает. Красота. Так что так. Заварка лучше всего.